За последние полгода в Сарове сотрудники МЧС зарегистрировали 18 пожаров. Основной причиной несчастных случаев становилась неосторожность при курении. С установлением жаркой летней погоды опасность может представлять разведение открытого огня на дачных участках и в лесах. Поэтому на территории Нижегородской области введен особый противопожарный режим. В связи с этим запрещено разведение открытого огня на землях лесного фонда и на участках, граничащих с лесным фондом. То есть разведение костров и жарить шашлыки в специально оборудованных местах в лесу и на земельных участках, которые примыкают к лесу, запрещено. Пожарить шашлыки на мангале можно в специально отведенных для этого местах на расстоянии не менее 5 метров от строений. При этом рядом должно находиться большое количество воды, если вдруг огонь выйдет из-под контроля. Также территорию необходимо предварительно очистить от любых легко воспламеняющихся предметов. Нельзя разжигать мангал вблизи деревьев, даже если они высокорослые и ветки находятся на большой высоте. Стоит воздержаться от шашлыков и ветреную погоду. Сжигать мусор на дачном участке можно только в емкостях, которые не превышают 1 кубометра, а выбрать для этого лучше всего время с сентября по апрель. В противопожарный период сжигать мусор строго запрещено. За несоблюдение требований пожарной безопасности штрафы увеличиваются в кратном размере. На граждан они доходят до 20 тысяч рублей. Если по вине граждан произойдет пожар, то они могут быть привлечены как к административной ответственности, так и к уголовной. Сотрудники противопожарной службы периодически проводят рейды. Если вы увидели открытый огонь, звоните по номеру 01 или 112. По сообщению МЧС, в период с 6 по 13 июня по Нижегородской области сохранится чрезвычайная, 5 класс и высокая, 4 класс, пожароопасность лесов и торфяников. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.